Привет всем, это Ренат Льета, и это курс по базовым движениям такого стиля, как хип-хоп. В рамках этого курса мы с вами разберем множество базовых движений, которые вам помогут свободно танцевать данное направление. Каждый урок будет состоять из одного базового движения, где мы разберем его, как оно выглядит в оригинале, а после мы сделаем несколько еще более сложных вариаций. Если у вас что-то не получается, не беспокойтесь, просто отмотайте назад и еще раз попробуйте. Hit me! Итак, у нас с вами уже 10-й урок, и мы с вами на этом 10-м уроке разберем движение чуть-чуть еще сложнее, чем предыдущие. Называется оно «Джеймс Браун». Итак, движение «Джеймс Браун» выглядит следующим образом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Движение в основном в ногах, но обязательно разберем с вами и скачем тоже. Сейчас мы поставили ноги в такое положение, когда стопы смотрят внутрь. Колени тоже желательно, тоже, чтобы смотрели. Потянули это положение, чтобы как можно больше делать. Потом открыли стопы. И тоже здесь потянули. Наша задача будет все время открывать стопы, закрывать. Открывать, закрывать. Начнем мы с первого движения, когда нам нужно будет стопы закрыть внутрь. Бум! Из него, вот теперь самое сложное, будем открываться в правую сторону, и правая нога поднимается на пятку. Попробуйте только это движение вот так сделать. Оторвать мысок от пола. Поставить, оторвать, поставить, оторвать, поставить. И то же самое давайте сразу на левую ногу. Вум, 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 вум. Почередуем. Пам, 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 пам. Почему на пятку? Потому что мы сейчас будем крутиться на ней. Фум. И открывать одну стопу. Закрыли. Только это попробуем. Исходное положение. Стопы закрыты. Теперь открываем, закрываем, открываем. Закрываем. Все время на пятку встаем, а потом ставим на полную стопу. Давайте то правая, то левая. Раз, и два, и три, и четыре, и пять. И когда научились это делать, теперь делаем сложнее. Мы будем открываться, и за счет этого будем переносить левую ногу. Бум. Но перенесем уже в таком положении, чтобы две стопы были открыты. Еще раз. Вернулись в исходное положение. Открываем. И при этом ногу левую тоже нужно будет сразу же открыть. Вум. Вот так сверили ногу. Открыта у вас она или нет. Вот так движение не должно идти. То есть вот так не надо делать, когда две стопы у нас закрыты. Еще раз. 7, 8. Открыли. Теперь обратно мы также возвращаемся через пятку. Вум. И снова стопы смотрят внутрь. Только в правую сторону. Еще раз медленно. 7, 8. Раз, открылись. Закрылись. 2. То же самое пробуем в левую сторону, но уже на левой ноге. Бум. Посмотрели, открыта нога у нас или нет. Бум. И вернулись обратно. Еще раз слева. Открыли и закрыли. Старайтесь, когда будете делать медленно, выше, выше подниматься. Бум. Ха. Бум. Ха. И в другую сторону. Пам. Пам. Выше мысок отрываем от пола. И в разные стороны все время пробуем открывать, закрывать. Открыли, закрыли, открыли, закрыли. Да. Теперь, как научились делать ноги, нужно, конечно же, добавить корпус. Кач мы будем делать сейчас вперед все время. Раз, два, три, четыре. Так, мы начинаем движение вперед, и корпус будет закрываться, соответственно, внутрь, вниз. Раз. А здесь... На открытии мы снова открываем. Вниз, назад, вниз, назад, вниз, назад, вниз, назад. Еще раз по счету разбираем. Давайте только ноги. Это счет. Раз, это и. Это два, это и. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Теперь добавляем корпус. 7, 8. Вум. Проверили корпус вниз. И потом открыли. Вниз, открыли. Вниз, открыли. Теперь попробуем сделать боком. Встали прямо, ноги у вас свободно. Первое движение, начинаем внутрь. Раз, и, два, и, три, и, четыре, и. Чуть быстрее, вум, фум, 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 прокачиваем. Пам, 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 все время корпус вниз. А теперь без корпуса. И добавляем, и кач, 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 кач. То же самое, акцент можно менять.
не обязательно делать все время кач вниз. Вы можете делать это на открытии. Для этого просто счет нужно поменять местами. Начинаем первое движение в сторону. Раз теперь. И два. И три. И четыре. И. Сразу движение меняется. Кач, соответственно, тоже меняется. Теперь мы будем делать назад. Бум. Пум. 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 Но это так, чтобы вы знали, что акцент можно менять. Еще раз возвращаемся к первому варианту. С акцентом вниз. 7, 8. Раз. И два. И три. И четыре. И. А теперь меняем акцент. Раз. И два. И три. И четыре. Пробуем движение Джеймс Браун сделать в музыку. Ну вот, мы с вами разобрали сложное движение под названием Джеймс Браун с различными акцентами. И вниз кач, и назад. Сейчас мы с вами попробуем сделать более сложные вариации. И опять же, как же свободно танцевать на данном движении. Это был 10-й урок моего курса по базовым движениям в стиле хип-хоп, и мы выучили с вами движение Джеймс Браун. Hit me.